кресло. Так, все, танки у нас готовы. Переходим сюда. Где-то тут сформируем армию. Так, сейчас этих сюда тоже полетел. Бабах. Все, готов. Лайтинги крайне дешевые. Вообще цена, конечно, смешная. Реально смешная, потому что он стоит как полтора скорпиона. При этом эффективность у него, конечно... Да, понятно, что ему надо перезаряжаться и прочее, но все равно. Как бы там ни было. Сейчас поднакопим 1015. Для того, чтобы прокачать танки. Вот. Захватил я вертолет, зачем мне здесь нужен? Вертолет именно лечебный. Лечебно-транспортный. Или как бы правильно сказать, транспортно-эвакуационный. Все, разобрались. Ну, в принципе, да, почти готовы. Можем еще поставить авиацию. Ну, в общем, все предельно просто уже. Единственное, что у нас не хватает алюминия, нам сейчас придется его экономить по максимуму. А спрей можно наклепать штук 5. Так, все, в общем, апгрейдим. 500 стоит апгрейд одного танка, сейчас у него прибавится 10 хп. Вот. Появится мощный пулемет. Бабах, есть. Один пулемет пока. Вот. Это только первого уровня, да? То есть у нас теперь 40 хп. Следующее исследование — это второй пулемет. Улучшенная защита от кумулятива и тому подобное. И еще плюс 10 хп. Вот. Ну, мы сейчас немножко подождем, пусть оно сгенерируется. В принципе, можно попробовать. Итак, значит, обрыдим. О, тут даже 850. Ничего себе. Ну, хорошо. Очень дорогое исследование. Да, тут надо 1020 на такую толпу. В общем, отправив группу легкой техники, направив, мы зачистили здесь группировку противника у банка. Вот, и, соответственно, перекрыли ему пути подвоза, соответственно, ресурсов. Вот сейчас мы уничтожим базу вот эту и послали вторую группу легкой техники для того, чтобы разобраться с вражеской пехотой. Мы тут на себя сагрели очень, в общем, большую и злую группировку. Ну, в общем-то, это не страшно, потому что сейчас мы как раз заманим их на нашу крупную группу техники. Но нет, нет, не хотят. Не хотят. Как ни странно. Как ни странно, но не хотят. Побоялись, Ну, в общем-то, у нее тут осталось уже все, практически ничего. У нас куча ресурсов, по крайней мере, нефтедолларов очень много. Да, сбивают эти, конечно, разведывательные вертолеты только так. Так. А мы можем вот сюда подлететь теперь. И подогнать туда, соответственно, свою пехоту.
посадить их в здание. Вот, и пусть они там прикрывают. Так, этот у нас будет для захвата вот этого здания. Там у нас морпехи, снайперы. А вот этот пойдет сюда. Да, хотя здесь тоже спецназовец, он нам тут не особо нужен. Ну ладно, сейчас мы придумаем, что с этим делать. Итак. Сюда. Все, распределили более-менее. Все готово к атаке. Противника уже все. По ресурсам, по инициативе полный провал. Ну, даже не будем атаковать эту пехоту, это неэффективно и вообще бессмысленно. Так, все, готово. Теперь мы делаем такой профилактический налет авиации. Отвлек на себя внимание. Вот. В целом, конечно, надо стараться сделать вот таких штук хотя бы 4. Air Control Center. Мы еще одну сделаем, у нас есть там запас. Вот так. Просто ради тех же лайтинов. 1600 нефтедолларов, он больше ничего не стоит. Вот, и это очень-очень удобно. Так, ну и пошли в атаку. Да, автоматики тут, конечно, дают жару. А, поехали наши танки вот так вот. Все, здесь джипчики будут прикрывать. Здесь наши самолетики, вертолетики. Главное не останавливаться. Идем вперед. У нас там много ремонтников. Да, часть техники мы потеряем, конечно. Но ничего. Главное нам сблизиться. В ближнем бою мы с этими быстро сравняемся. Вот и все. Ой, мощная артиллерия, очень сильная. Но медленно стреляет. Все, проходим базу. Зрелище завораживающее, конечно. Че ты застрял? А, здесь же край карты, да, это получается. Визуально они показывают. Ну да ладно, все, мы пойдем сюда, мы свою задачу сделали, вот, довершим дело ядреными ударами, полетели, так, бабах, все, вот так просто. Немножко, конечно, может, получилось затянуто, вот, но зато очень подробно. То есть, если хватит терпения досмотреть до конца, то вы поймете, как, в общем-то, выстроить отличную оборону, заработать много очков за такой бой. И очень легко отбиться от противника. В принципе, напряга никакого абсолютно.